И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димончик и подписчик Виктор Кошак. И сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас Undertale на прохождение. Ребята, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Как вы думаете, что нас тут ожидает? Флоуи должен ожидать. Кровь, мясо, или кишки, сохранял? Убийство. Вот сохранял мотоциклы. Кровь, мясо, мотоциклы. В Undertale есть мотоциклы? Нету. Димон, красавчик. Он сохранял очко. Ну, не знаю, наверное, когда касаюсь, она как бы работает, да? Так, давайте тихонько смакуем, ребята. Тут очень старался разработчик. И что это дает? Может, нам правильно нажать, и дверь откроется? Да, нам нужно код ввести, наверное. А вы помните, какой? А я нет. Я не помню. Опа. Надо поискать, значит, где-то коды. А может, надо все нажать сразу? Не-не, там надо как-то по кругу, вроде так, 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 так. Так. А ну отойди, я помню вроде. Мы же недавно с Эриком проходили первый. Сейчас они все. Не, может, сейчас что-то быстро все пробежать, чтобы. Не-не-не, вот так они и нажимаются. Вон, локет дурво. А кто нажал? А наверное, все, ты здесь прошел. Наверное, я правильно нажал, да? Да-да-да. Блин, прикольно, я даже вспомнил. Так, здесь какие-то блюмы подвохи будут, видишь, кнопки? Я нажал аккуратно. Смотри, там шипы, надо их пройти как-то. Ага, понял. А ну нажимай. Ампу убрали. Прикольно, прикольно. Так, Бэтмен. Вау. Давай. Потому что ты Бэтмен. Потому что ты Бэтмен. А здесь надо идти в определенном порядке. Ну я иду. Вот смотри. Лимончик, иди, если ты живой останешься, я тоже пройду. Я вот иду по шипам, все нормально. А как ты правильно идешь так? А тут надо знать. Вот, видишь? Молодец, Виктор, помнит. Мы с Димоном обоссались, по водичке пробежались. Я вообще в Undertale не играл ни разу. Я на твоем месте бы играл. Я не хочу. Там сюжет очень классный, очень классный. Все, кто со мной согласен, ставьте лайки. Лайк. Тем более там нелинейность. Сохраняй решимо. О, конфетки. Я кушаю конфеты. Все сожрал. Я вам это мои конфеты. Ах ты обжора, Дэдпул. Он съел конфетки. Теперь я стану вкусным. Дэджлоб. Дэджлоб, да. Смотри, Димас, я какой-то ящик сюда двигаю. Во-во-во. Двигай. Давай я буду двигать его. А что он делает? А, все. Шипы убираю. Шипы, да, убрал. Все, тихонечко. Так, вот здесь надо пробежать. Здесь есть. Че пробежать? А я вижу, как надо бежать, кстати. Я вижу тут змейку, кстати. Я запомнил ее. А, я тоже ее помню. Тут на в самый низ. Так. Здесь чуть пройти. Потом обойти. Вот, блин! Да я ж помню, вот обойти надо, я ж вспомнил, да. Так, вроде как ты все здесь, вот так, вот так, вот так. Так я иду правильно, да? Да. Да, теперь направо. Вот прям, вот все хорошо. Прыгай, Димас, прям оттуда и сюда. Ха-ха, класс. Получилось, ну вот у меня подписать хочешь, получилось. О, все. Ну, можно перепрыгивать это все. Да не. Зацепит в воздухе, тут так сделано. Хотя не знаю, но о, я так. Хлопья Тэмми. Это мое. Хлопья Тэмми. Так, так, так. Может налево, а может направо? Или прямо? Направо найдешь, деньги найдешь. Так, давайте вернемся. О, паучья распродажа. Где? Вот, написано. Ну, покупай паучья распродажа. Все врученные средства идут на защиту пауков. Это самое-самое начало игры. Да ё-моё, я упал. Ага, вы попадали все. Что ты ржёшь? Надо было провалиться и нажать на рычаг. Вот мы специально это сделали. Вы офигели, что ли? Нет, мы знали. Вы офигели. Я не знал, если честно. Вы офигевшие. Мы чёткие. Офигевшие. Как можно в 2017 году не знать игру Undertale? Я в шоке. Я тоже в шоке. Как вообще? Я не представляю. Можно играть.
Там не в пикселях дело, а в сюжетке. О, да. Дерево. Вот здесь нас должна Тариэль встретить. Да, сейчас она тут будет. Караэль? Да, 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 Тараэль, Тараэль. Карамель какая-то наша тут встретит. Прикольная карта вообще. Да, вот-вот, я помню, тут сюжеточка должна произойти. Здесь стоит такой здоровый чувак, я уже не помню, как его зовут, что-то тут готовит. Асгор. Угу. Каминчик. Блин, классно сделано. 3D это классно погулять вообще. Приятно на душе. О, здесь фотка Фримана. Фримен. Я в шоке. Кроватка, все как положено. Фримен. Да сколько пародий уже на Undertale? Нет. Много, да. Много карт. Да. О, туалет. Кстати, Майнкрафт мы Undertale не играли. Видите, это книжка Соболева, Дима, смотри, книжка Соболева, смотри. Да ладно тебе. Она даже не влазит. Не хочет в мусорку залетать. Ого, дверь здоровая. А это чтоб Асгор вместился, он же жирный. Ага, понял. Асгор. Какой газ. Даже это продумали, дверь здоровую сделали. Там маленькая, это здоровая. Так, все, тут больше ничего. Газгор. Ну, пойдемте дальше по сюжету вниз, в подвал нам. Да, не спешите. Ну, тут даже не по сюжету, тут все равно надо вниз спускаться. Тут, по идее, надо спускаться вниз. Вы спешите. Вот сюда надо. Я очень спешу. Так, что там, баллоны? Что, мы как улитки будем идти? Ну, давайте. Нет, мы просто идем, как обычно. Как люди? Угу. Растягивай удовольствие. Круто, вот здесь Тариэль. На путь. Кто? Так. Тариэль, иди ты открывай, Димон. Азриэль. Иди к Азриэле какой-то там. Продвигаемся. Идем. Офигенные туннели. Хорошие прохождения. Качественные. Туннели угу. Очень хорошо. Ремонт работает. Хорошо сделан, но вот потолок надо бы пошпаклевать. Да. Многовато, конечно, шпаклевать придется, но что делать? Так, здесь трава. Угу. Пробежали траву. Опа. Видим... Там, где поворот, помните, был? Мы туда не повернули, а, туда да. Надо было идти. Пойдем. Ого! Вот о чем я говорил. Мы не везде были. Вах, красотищ. За нами, кстати, погоня. Валите. Ой-ой-ой, Димон, вовремя ты сказал. Раз, два, три. Три. Так, я вас ищу, ребятушки. Битва началась. Есть. Я ай-яй-яй. Минус Витька. Че, не могу на расстоянии бить его? А, на... так это... Тоже победит. Я победю по-любому, аниматроник будет лучший. Есть. Нет. У меня жизни осталось 130. Так, теперь я хочу с кем-то повалиться. Видели, я не телепортировался. Ну что, Виктор, ты готов теперь нас убивать? Телепортироваться нельзя. Да, все. Хорошо. Все. Ну что, начинаем? Раз. Два. Попадай, попадай немножечко, есть. О, ну как так далеко я был? Все, он меня убил тоже. Блин, Витька, сколько у тебя жизни осталось? Так Найтмар, он быстрый очень. Да. Давайте, Тимон, ты аниматроником будешь. Да, только я буду по-честному, я буду без шифта. Да, давай, на красоту, чтобы удовольствие получить. О, Димон у нас сегодня будет Фокси. Ну давай, мы готовы против тебя повоевать. Давай. А читы? А, все, ты готов, хорошо? Да-да-да, я готов. Постреляли меня, потом говорите, готов ли я. Мы проверили, настоящий ли ты. Я искусственный. Можно обманывать его по красоте. Ага,
Да, 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 сейчас, ага. Да ну, блин! Виктор еще гоняет его, да, я вижу? А-а-а. Давай, Виктор, я в тебя верю. Давайте я буду на крыше стоять. Наблюдаем эту картину. Репину. Покусай, покусай его. Нет, честно, я за Виктора. Сколько демон у тебя уже в жизни? О, 400 с чем-то там. Давай, 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 гаси, гаси. У тебя получается. Есть! Или нет? Раз, два, три. Кусалка, кусалочка пришла. О, два боньки против меня. Рай, ты победил. Вот это я псих. Я даже не ожидал, ни разу меня не укусили. Вот это сила. Вот так, ребята, надо играть. Красавчик. Ага. Окей, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!